Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Привет из Алании, друзья. 25 сентября. С 21 числа в Алании проходит пока еще последний концерт. Сегодня последний день международный, 17-й международный джазовый фестиваль. Я был на нем то ли в 19-м, то ли в 20-м году. Есть видео на канале. Людей много. Воскресенье, 9:30 вечера. Люди все видимые места, где можно смотреть, позанимали. И даже сидят люди на Красной башне. Сейчас покажу. Финальный концерт сегодня. Здесь не подберешься. Чуть пройдемся. О, это тишина. Попрощались сейчас с Дмитрием и Седвином. Завтра тут в Эстонию. 2 недели пролетело. Привет вам. Возвращайтесь. Сейчас посмотрим, что там на пляже. Люди есть. Слышу, кто-то поет, но это, наверное, яхты там стоят, скорее всего. Да, точно, яхты стоят. Смотрите, какая водичка прозрачная. Вау. Какая красота. Там у девчонок своя дискотека на яхточке. Ой, какая же красота, какая водичка тут. Вау-вау. Сейчас купаться хочется. Теоретически это возможно, но не будем. Красота. Опять луны нету, что ли? Чистейшая прозрачная водичка сейчас здесь. Уже тут классно вечером, люди, приходите сюда гулять вечером. Валерия, привет, твой любимый пляжик. Туда я сейчас не пойду, куда ты меня водила, заводила. Вау, там как весело. Тут может прибой даже вам слышно, я надеюсь. Какая прозрачная вода вообще. Так, ну дальше там... Дальше там темно, давайте еще выйдем на газовый. Читаю газ, а на джаз считается ДЖ, это ж буква по-турецки. Читаю газ фестиваль. Сейчас после этой девочки там еще один будет участник, наверное, он будет финальный уже. И где-то 11:30, наверное, закончится фестиваль, но я... Вряд ли салют какой-то будет. Ну,
на смотровую только сейчас полицейские организаторы фестиваля, также все у меня аккумулятором, давайте еще поснимаем. Немножко насладимся этим местом, а еще выйдем, немножко джаз послушаем. Ну, покажу вам, как много там людей. Две прогулочки, друзья, выйдет через пару дней, наверное, я пришел сюда с гулюрдом, Латаш. Тишина и спокойствие, даже не верится, что там сейчас тысячи людей будут. О, там сейчас сверху башни можно смотреть, только там все мелко внизу было. Девчонки там поют на яхте громче, чем сюда слышно. По какому-то музыкальному каналу, много телевизиончиков вижу, машин здесь со всеми антеннами, со всем, что нужно для передачи. Пройдемся, погуляем туда. ТРТ Мьюзик, скорее всего, ТРТ канал. ТРТ там много каналов есть, знаешь, и ТРТ Мьюзик, по-моему. Свой джаз. Гулять можно на маячок и слушать джаз. Бумбалык. Перед вами там ресторанчик вдалеке. Там наша чайная любимая. Боялся, что ее не будет в этом сезоне. Все есть. Так, а тут что у нас стоит? Неужели тут экран даже? Да ладно.
Похоже, что экран здесь стоит туда, чтобы там в порту можно было смотреть. Неужели? Интересно, как. Молодцы. Сейчас посмотрим. Ну да, это машина с экраном. Колоночки только тут не хватает, даже звук. Да, точно, экран для тех, кто там находится. Могут. А я как-то поверх ушел, я не заметил даже, ничего себе. Я же там оттуда пришел, потом видео выйдет, как мы там шли с вами. Все вот те люди, которые там в чайной этой, все, кто там на втором этаже в порту, на набережной, все могут смотреть, но только не слышать. Чуть погуляем здесь. А, дрон летает. Думаю, кто там шпионит. Тут еще один. Что-то они все надо мной летают, а не над сценой. Маяк, я сейчас не пойду, я просто немножко, чтобы светящуюся набережную вам виды показать. Кораблик продается, тот, который перед нами сейчас. Тут рыбаки он. Целыми семьями. И на башенке тоже идет трансляция, прямо на башенку еще. Там он паровозик, если вам видно, приехал. Ну что, друзья, всем пока. Чуть погуляли. Показал любителям Красной башни. Башню, пляжик ваш любимый. И чуть-чуть джаза, конечно же, чуть-чуть джаза, куда же без него. Аланья, 25 сентября, сейчас где-то градусов 27-28, может быть даже. Хорошая погода, а вот в 7 вечера был ветер такой свеженький на Клеопатре, когда я был. Погода именно для комфортных прогулок сейчас классная. Привет из Аланьи, хорошего отдыха всем, кто здесь. А прогулочки мои, как я сюда пришел с Домлатаж, с Клеопатры, они через 2 дня, через 3 дня где-то будем смотреть. Пока. Thank you.